у них новое правило выдачи алкоголя, представь. Да. И как ты взял? Они вот... Это не знаю, это недавно сделали такую фигню. Как ты сдал его? Они, короче, дают его... Ждёшь на крыльце. Возьми вот эту, чёрный пакет. А что там? Там банка. Какая банка? Открытая. Вот ты банок взял. Я тебе сказала одну взять. Они... Так я взял вот дешевый. Деньги где? У меня денег уже нету. Зачем ты все подкрывал? Зачем ты такой большой же пакет взял? Я взяла за 99. Она сказала 199. Только есть. Короче, это... Они говорят, ожидаешь у крыльца, тебе приносят в открытом виде. Кто? Алкоголь. Кто? Продавщица. А почему так? А вот так. После 6 типа сделали так или что? Саша, я купила маленькую, небольшую, а маленькую. Так там других не было, я сказал за 190. Я сказал, вот как ты сказала. Mm-hmm. Она сказала, там вот есть только вот за 199. Точно. Ну за 190, за 199 разница небольшая. 190. А, 90. Маленькую. Я просила маленькую, небольшую. А, блин. Я щедрая душара, я щедрая. А как они тебе так дали? Они вообще даже... Вот это кто-то по блату тебе дал? Да хрен знает. Там наоборот проверка какая-то была. Как они дали тебе, если у них запрещено после 6 продавать спиртное? Я вообще не знаю эти правила все. Я а почему ты взял так? Почему тебе дали так? Ну, мне сказали, что новые правила откроют с утра. Они сами откроют, отопьют, а потом принесут тебе, отдадут. Ну, да. Я, короче, сейчас буду эксперимент записывать. Какой? Саша, прекрати. Как на меня действует сида? Саша, иди к себе и делай эксперименты хоть какие. А действуй, чтобы ничего не было. Просто не ори на меня. Не можешь орать, кстати, да. Ори как... Нет, ори как обычно. Эксперимент должен показать, что я... Даже когда на меня орут, я становлюсь добрее. Иди к себе. Там может ума сходить. Продолжай орать там. Саша, иди к себе. Не нервируй меня. Мне так плохо. Короче, странная хрень какая-то происходит. Можешь, ну, ты продолжай фоном гавкать. А я буду пить сидр и посмотрим, стану ли я зверем. Как тебе не сидр, а? Ну я... Ну прости, я пошутил. Зверь это не человек. Я зверь, я не человек. Ой, господи, как я устал. Да, действительно грубо раз обошелся. Прости, пожалуйста, мам. Просто ты грубее со мной разговариваешь. О, господи. Просто я дико устал после огорода. Все мы люди. Сейчас будет эксперимент с сидром. Оставайтесь на связи, ребята. Если хотите, донатьте. Другим донатить за это. Не я бесплатно делаю. Я не хочу снимать штаны вообще. Может, их опять одевать будет тяжело. Я буду рисовать и пить сидр. Штаны оставлю где-то. Блин, я что-то... Вообще-то я хочу присесть, отвлечь, отдохнуть. Я буду сейчас рисовать и пить.
Смотрите, отвратительный компромат. Все камеры снимают компромат на меня. И он посмел купить сидр. Что, художник, музыкант посмел купить себе сидр? Сразу все телеканалы об этом расскажут. Это страшная корпорация, страшная компромация. Да там скучно, там нет никого, делать нечего. То, что я один, это факт. Смотрите, короче, два сидра опять я буду пить. Я сейчас руки помою. Я хотел заедать мороженым, если честно. Я буду рисовать.